Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 8 сентября в России, отмечается день Бородинского сражения русской армии с Наполеоном под командованием Кутузова. Прошло много лет со времени Отечественной войны 1812 года, но русский народ и сегодня защищает свою родину, свое отечество, свою родную землю, на которой он вырос. Великий день Бородина! Мы братской тризной, поминая, твердили, шли же племена, бедой России угрожая. Не вся ли Европа тут была, а чья звезда ее вела? Но стали ж мы пятою твердой и грудью приняли напор племен, послушных воле гордой, и равен был неравный спор. Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, отдайте мне ваш день, день вековечной славы, и шум оружия, и сечи, и борьбу. Мой меч из рук моих упал, мою судьбу побрали сильные, счастливцы горделивы, невольным пахарем влекут меня на нивы. О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях, ты голосом своим рождающий в полках погибели врагов предчувственные клики. Вождь гомерический, Багратион великий, простри мне длань свою, Раневский мой герой. Ермолов, я лечу, веди меня, я твой. О, обреченный быть побед любимым сыном, покрой меня, покрой твоих перунов дымом. Но где вы? Слушаю, нет отзывов. С полей умчался брани дым, не слышен стук мечей, и я, питомец ваш, склонясь головой у плуга, завидую костям соратника или друга. Под селом Бородино бой гремел давным-давно. Генерал-герой Кутузов планы все сорвал французов, сломлен был Наполеон, а потом и выгнан вон. День 8 сентября, славный день календаря, Бородинское сражение всем врагам на устрашение. Чтобы знали наперед, враг в Россию не пройдет. Благодарим за внимание.